Лаготто. Лаготто, порода густошерстных собак из провинции Романья, является единственной в мире породой собак, чья специальность – поиск ценных клубневых грибов. Упоминания об этих собаках, живших в долинах Камаки и среди болот романьольской низменности, встречаются в литературе, начиная с 1660 года. В те времена эти маленькие собаки с курчавой шерстью помогали в различных видах деятельности так называемым «паларали» или «лаготцы», жителям долин, которые вплоть до великого осушения земель в конце 19 века проживали в болотистых низменностях и завелующих дичью. Обычно «паларали» сопровождали своих господ в увлекательных и трудных охотничьих вылазках. Другим их занятием была добыча трюфелей. В то время эти грибы были малоизвестны, а потому произрастали в большом изобилии. Маленький Лаготто был хранителем лодки и дома, постоянным спутником, приносившим в зубах подбитую дичь, главным образом водяных курочек. Когда сотни лодок, действуя методом грабли, окружали многотысячные стаи этих птиц и устраивали настоящие массовые побоища. Лаготто приходилось нырять, зачастую несколько часов подряд и даже в холодные дни, порой пробивая корку льда, чтобы доставить на лодку подбитую птицу. Такой режим работы, который можно определить как земноводный, был возможен лишь благодаря ее густой шерсти, курчавой, с обильным подшерстком, игравшим роль непромокаемой и водоотталкивающей пленки, которая не давала воде добраться до кожи. Собаке достаточно было встряхнуться, чтобы снова стать сухой. Название «Лаготто», то есть «озерное», явно связано с функцией собаки-охотника за водной дичью, как ее ближайшим предком, французским спаниелем и другими собаками для охоты на болотах, еще существующими в настоящее время в различных странах, такими как испанский перо, португальский као, ирландский водяной спаниель, восходящими своими корнями все к тому же спаниелю, так же, как и широко распространенный пудель. На романьольском диалекте слово «лаготто» означает «водяная собака» или «собака с обильной и густой шерстью для охоты на болоте». Способность к поиску, отличная дрессируемость и великолепный нюх привели к тому, что со временем лаготто стали использовать для сбора трюфелей. Вследствие осушения земель, площадь камакийских и романьольских болот постепенно сокращались, в результате чего исчезли практически все паларали, и лаготто, утратив функцию охотничьей собаки, со временем превратилась в сборщика трюфелей. Эта смена деятельности происходит в период с 1840 по 90-е годы. Можно с уверенностью сказать, что в период между двумя мировыми войнами среди собак, помогавших сборщикам трюфелей в Романье и сопредельных областях, большинство составляли лаготто. Однако вследствие замены поддержки виноградных лоз цементными столбами и вырубки лесов, трюфельные площади резко сокращались, особенно в равнинной местности. Лаготто, благодаря своей курчавой и очень густой шерсти, был прекрасно приспособлен к поиску трюфелей в кустах колючих зарослей, в том числе и в осенне-зимний период, демонстрируя свою почти полную невосприимчивость к сырости. Вошедшая в пословицу универсальность Лаготто, купец с сообразительностью и благоразумием, сделали из него собаку на все случаи жизни, включая охрану жилищ и борьбу с хищниками, которые охотились за домашней птицей.
Уже начиная с 1920 года, Лагота становится хорошо известен в долинах Романьольских Апеннин, особенно в долине Сантерна, где цирюльник Пиппо и бродячий шарманщик Багаретто начали пропагандировать и распространять эту курчавую болотную собаку, ставшую настоящим специалистом по поиску трюфелей. Помимо них, интерес к Лагота проявляли в те годы и многие другие колоритные личности. До нас дошло много забавных и драматичных историй, связанных с этими собаками. Основываясь на такого рода сведениях, можно реконструировать историю породы. Известно, в частности, что продавцы трюфелей занимались разведением собак, полагаясь на сугубо эмпирические методы, игнорируя законы генетики и желая получить немедленный практический результат – собаку, пригодную для сбора трюфелей. Другими словами, мечтой любого сборщика и продавца трюфелей было приобретение идеального пса, лишенного охотничьего инстинкта, способного полностью отдаваться поиску трюфелей, в сфере, где царила жестокая конкуренция и где зависть, хитрость, бесчестность, эгоизм, а порой жестокость были повседневными явлениями. У сборщиков трюфелей был особый мир, состоявший из слухов и рассказов, в абсолютной тайне передававшихся из уст в уста, от немногих избранных к таким же избранным, с тем, чтобы не раскрыть ценность той или иной собаки или местонахождение пастбища трюфелей, о чем, разумеется, не должен был знать ни один посторонний. В этом мире заниматься собаками зачастую не означало, как, впрочем, и сегодня, любить собак или уметь их разводить. Селекция породы осуществлялась сугубо эмпирическим путем. В результате Лагота, порода, сформировавшаяся в пределах Романьольских долин, в процессе осуществления местными жителями вязок особей, состоявших в кровном родстве, начала загрязняться неоправданными влияниями чужой крови – пойнтеров, пуделей, боксеров, сеттеров, легавых, метисов, и последствия не заставили себя ждать. В конце 70-х годов группа опытных романьольских собаководов под руководством Квинтино Тоски, президента местного клуба собаководства, при участии профессора Франческо Болотта, крупного селекционера и судьи, и при техническом содействии доктора Антонио Марсиани, всемирно известного кинолога, судьи и селекционера, решила, что наступил момент защитить породу от ее полного вырождения, что грозило ей вследствие невежества и некомпетентности. При поддержке опытного романьольского собаковода Лодовико Бабини, селекционера и судьи Джильберто Гранди и доктора Джованни Марсиани, они занялись восстановлением генетических и морфологических характеристик Лагота и успели спасти породу от умирания. Объединение двух параллельно развивавшихся типов Лагота, то есть Лагота, не перестававших жить на болотах, и Лагота с апеннинских предгорий, создало предпосылки для возвращения породе ее чистоты. На протяжении 12 лет проводились научные заседания и слет, на которых собак изучали, обмеривали с помощью специальных технических средств, маркировали, фотографировали и вписывали в соответствующий реестр. Реконструкция родословных линий проводилась с целью обеспечения селекционеров необходимыми указаниями для более правильной и научно обоснованной морфогенетической селекции. Это была тяжелейшая работа, и лишь страстная увлеченность своим делом помогла этим людям довести ее до конца. В последние годы порода претерпевает стремительную эволюцию в направлении улучшенной типологии, которую мы уже сегодня можем определить как гомогенную. Лагота – это собака средних и маленьких размеров, с небольшой внешностью, сильная и пропорционально сложенная, с густым и курчавым волосяным покровом. Общее строение тела несколько мезоморфное. Форма туловища стремится к квадратной.
Голова мезоцефальная. Ее длина достигает 0,4 от высоты в пол. Длина морды составляет 44% от всей длины головы. Мочка носа находится на одной линии с носовым каналом, слегка выступая вперед относительно передней плоскости морды. Мочка крупная, с широкими ноздрями, открытыми и подвижными. Цвет мочки от светлого до темно-коричневого, в соответствии с окраской собаки. Верхний профиль носового канала прямолинейный. Нижний профиль морды создается нижней челюстью. Верхняя губа не очень полная и относительно сглаженная. Губной стык слабо выражен. Губы покрыты длинными, относительно жесткими шерстинками, образующими усы. Челюсти мощные. Зубы белые, с ножницеобразным или клещеобразным привкусом резцов. Допускается форма перевернутых ножниц. Глаза относительно большие, округленные и слегка выпученные. Цвет радужной оболочки от охры до темно-каштанового или коричневого, в соответствии с цветом шерсти, никогда не бывает желтым или сероватым. Уши умеренно величины по сравнению с объемом головы. Верхушки ушных раковин слегка закруглены. Уши имеют треугольную форму, широкие в основании, расположенные чуть выше скуловой дуги, свисающие. Когда собака настораживается, слегка приподнимаются. Шея слегка дугообразна с задней стороны и абсолютно лишена подгрудка. Шея сильная, мускулистая, сухая, овальная в поперечном сечении, четко отграниченная от затылка. Туловище имеет мощное и пропорциональное сложение. Холка поднимается выше уровня клуба. Хвост расположен относительно низко, с веретенообразным кончиком, при подъеме чуть не достигает высоты холки. Покрыт шерстистым и жестким волосяным покровом. Нижние части конечностей отвесны, если смотреть на них в профиль. Плечи длинные, мускулистые, сильные, прилегают к груди, но имеют свободу движения. Передние лапы относительно круглые, компактные, с дугообразными подобранными пальцами. Когти крепкие и загнутые. Подушечки стоп и пальцев имеют хорошую пигментацию. Сильно развиты перепонки между пальцев. Задние лапы имеют чуть менее дугообразные фаланги, чем передние. Типичный аллюр. Твердая и резвая рысь. Кожа хорошо прилегает к телу на всех участках. Тонкая, со слабо развитой подкожной клетчаткой. Волосяной покров имеет шерстистую текстуру, грубоватый с внешней стороны. Шерсть курчавая, очень густая, загибается колечками, с хорошо выраженным подшерстком. Если шерсть не подстригать, она сбивается. Окраска грязновато-белая, однородная, белая с каштановыми пятнами, саврасо-каштановая, однородно-каштановая. У некоторых особей встречается коричневая маска. Высота в холке у кобелей от 43 до 49 см, в идеале 46 см. У сук от 41 до 46 см, в идеале 43 см. Допуск на высоту составляет плюс-минус 1 сантиметр. Вес у кобелей от 13 до 16 килограммов, у сук от 11 до 14. Питание лаготта должно быть разнообразным и пропорциональным, с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, необходимых для рабочей собаки. Лаготта отличается отменным здоровьем, силой, неприхотливостью и выносливостью. Чтобы сохранить эти врожденные свойства собаки, нельзя невнимательно относиться к таким аспектам, как питание.
Обычная домашняя пища типа хлеба, риса и мяса, даже в случае тщательно составленного рациона, не может удовлетворить потребности собаки в еде. Некоторые хозяйства в течение уже более 25 лет специализируются на выпуске продуктов, которые гораздо лучше сбалансированы и более питательны, чем традиционная домашняя еда, требующая к тому же много времени на приготовление. Постоянное количество этих продуктов, в зависимости от веса животного, даваемое в течение года, поможет поддерживать на требуемом уровне количество энергии, необходимое для удовлетворения потребностей Лакотта. В периоды больших нагрузок необходимо увеличивать обычную норму питания примерно на 20%, с тем, чтобы удовлетворить возросшие потребности собаки во время работы. Превосходный шерстный покров собаки нуждается в определенном уходе, поскольку имеет тенденцию сбиваться и, соответственно, терять свой вид. Мягкую, но прочную шерсть Лакотта не следует чистить щеткой или расчесывать, чтобы не погубить завивку, которая может распрямиться и придать собаке неопрятный вид. Уход за внешним видом собаки аналогичен тому, который требуется пуделю, за исключением прически, поскольку от Лакотта ждут не элегантности и грациозности, а хороших рабочих качеств. Шерстный покров требует одинакового ухода на всех участках тела. Можно укорачивать шерсть на лапах и в области морды. По крайней мере, дважды в год Лакотта следует стричь наголо. Но если первая стрижка факультативна, то вторая обязательна. Если вы, конечно, хотите, чтобы ваша собака была здоровой. Лучшие месяцы для этого – июль и август, чтобы шерсть была оптимальной, не слишком короткой и не слишком длинной к началу работы. А для городских собак – для защиты от перепадов температуры по возвращению после прогулки в теплый дом. Необходимо помнить, что Лакотта – сельская собака, которая отлично переносит суровые зимы, но летом страдает от жары, особенно если она покрыта густой шерстью. Поэтому следует равномерно укорачивать шерсть раз в два месяца или подстригать ее 1-2 раза в год, и тогда Лакотта будет в оптимальной форме и с великолепной завивкой. Дрессировать щенка Лакотта несложно и очень интересно. Главной особенностью этой породы является врожденный инстинкт к поиску трюфелей. Дрессировку можно начинать спустя несколько дней после прибытия щенка в новый дом. Некоторые собаководы имеют обыкновение добавлять в пищу щенкам несколько капель свежего масла трюфеля. И это отличный подход к дрессировке маленького Лакотта, который начинает ассоциировать пищу с опьяняющим запахом гриба и испытывать приятные ощущения. Следует помнить, что Лакотта ищет ценные трюфели не потому, что испытывает чувство голода или хочет сделать приятное своему хозяину. Лакотта руководствуется исключительно азартом грибника, чтобы радоваться вместе с хозяином, когда из земли достается свежий трюфель. Дрессировка 3-4-месячного щенка проводится различными способами. У некоторых сборщиков трюфелей есть свои секреты дрессировки, которыми они ни с кем не делятся. Самый распространенный метод заключается в том, что кусочек трюфеля заворачивают в чистую тряпицу, которую перевязывают тонкой бечевкой. В отсутствие свежего трюфеля используют смоченный трюфелевым маслом хлебный мякиш или зрелый сыр. Полученный предмет, который называется струфио, должен быть достаточно большим, чтобы щенок его не проглотил, и достаточно маленьким, чтобы его можно было спрятать. Начинают с того, что бросают его щенку и дают ему с ним поиграть. Можно также научить его апортировать этот предмет, что дается щенку без труда. Затем струфио прячут на несколько сантиметров под землю или камень и дают щенку команду искать. Достаточно одного раза в день, а позже и в неделю, чтобы приучить щенка к такой работе. Когда Лакотта достигнет возраста 5 месяцев, можно отвезти его в лес, предварительно зарыв там в землю несколько тряпочек. А еще лучше – кусочков трюфелей. Если щенок выроет все закладки, значит он пригоден к настоящей работе по сбору трюфелей.
Чтобы научить искать трюфели собаку другой породы, требуется 2-3, а иногда и 4 года. В случае Лаготта сделать из собаки опытного сборщика грибов можно всего за 8-10 месяцев. Заслуга в этом принадлежит его живому и экспансивному характеру, сообразительности и превосходному чутью. Обладая отличной способностью усваивать команды, обученный лаготты, часами работающий без устали, представляет собой занимательное зрелище для любого собаковода и предмет гордости для своего хозяина. Маленькая, выносливая спортивная собака может стать отличным другом и для городского жителя. Необходимо ежедневно выводить ее на короткую прогулку, чтобы дать выход неуемной энергии лаготты. Существует несколько проблем, связанных с рабочей функцией лаготты. Отправляясь за трюфелями, собака подвергает себя определенному риску, который не грозит собаке, живущей исключительно в квартире или во дворе. Ввиду врожденной предрасположенности к воде, заставляющей лаготта бросаться в первый встречный водоем, необходимо уделять особое внимание болезням, передающимся через воду. Кроме респираторной формы простуды, которую собака может подхватить зимой во время купания на холоде, лаготта может заразиться лептоспирозом. Это очень серьезное инфекционное заболевание, почти всегда ведущее к летальному исходу. Соответствующие бактерии обычно встречаются в стоячей воде, куда так любят нырять лаготты. Поэтому особое внимание следует уделять точному соблюдению и выполнению графика прививок, назначенного вашей собаке ветеринаром. С точки зрения профилактики лептоспироза, желательно делать собаке прививки на 8-й неделе, на 3-м месяце, а затем раз в полгода. Особо опасным заболеванием является сердечно-легочный филариоз, распространенный главным образом в болотистых районах с большим количеством комаров. Паразиты, разносимые самыми обычными комарами, внедряются в кожу и легочную артерию собаки, вызывая болезнь, которая в конечном счете заканчивается летальным исходом. Симптомы зачастую проявляются слишком поздно и выражаются в значительном ослаблении активности животного. Против сердечно-легочного филариоза не существует никакой прививки, но посредством соответствующих профилактических мер можно убить личинки, занесенные через комариный укус, за 30-60 дней до болезни. Работающий лаготта может также заразиться болезнями, типичными для всех лесных животных, таких как волки, барсуки, мыши и так далее. Поэтому крайне необходимо регулярно показывать собаку ветеринару с целью диагностики возможных заболеваний, передающихся через лесных животных и других собак. Следует помнить, что в некоторых районах распространена такая болезнь, как лесное бешенство. Если вы живете в одном из таких районов, позаботьтесь о том, чтобы ваша собака была надежно привита от этой ужасной болезни, передающейся через животных, с которыми ваш лаготта может контактировать в лесу. Если не считать этих проблем, связанных главным образом с конкретной работой в качестве сборщика трюфелей, лаготта является здоровой и крепкой собакой, наделенной исключительной сопротивляемостью, делающей ее менее восприимчивой, чем другие породы, к распространенным заболеваниям. Чтобы убедиться в способностях лаготта, рассмотрим строение уха животного. Слуховой канал покрыт густым пухом, что отличает лаготта от других пород собак, у которых эта часть уха практически лишена волос. Волоски слухового канала лаготта растут в направлении из уха и, смешиваясь с ушной серой, образуют самую натуральную пробку, которая закрывает канал. Следует заметить, что уши лаготта периодически нуждаются в чистке, производимой простейшим способом, который каждый может легко освоить. Вооружившись обычными щипчиками для бровей с закругленными кончиками, необходимо ввести их в ушной канал и быстрыми движениями вырвать с корнем волоски.
Также желательно периодически производить более основательную чистку ушного канала, которую может выполнять только ветеринар. Обращайтесь к нему в том случае, если заметите, что собака то и дело встряхивает головой, яростно чешет себе ухо, либо если вы обнаружите в ушном канале животного скопление дурно пахнущей массы черновато-коричневого цвета, явно указывающее на то, что у собаки наблюдается воспаление уха. Работа Лаготта заключается в поиске трюфелей. Этой работе собака отдается с азартом и высокой эффективностью, благодаря врожденной предрасположенности к поиску и великолепному нюху. Лишенная охотничьего инстинкта, в ходе своей работы она не отвлекается на дичь и может по праву считаться единственным специалистом среди собак по сбору трюфелей. Скромная, умная, привязчивая, преданная своему хозяину и легко поддающаяся дрессировке, Лаготта может также эффективно использоваться в качестве сторожевой и комнатной собаки. Морфология и функция Лаготт находятся в неразрывном единстве, и было бы грубой ошибкой разделять эти вещи, превращая маленького лесного царя в жеманную комнатную собачку. Необходимо подчеркнуть, что Лаготта является и должна оставаться рабочей собакой. А потому необходимо беречь присущие ей качества сборщика трюфелей и сохранять в чистоте морфологию породы. Красота Лаготта — это красота, если можно так выразиться, зоотехническая и утилитарная, а не телесная. В то же время совершенно очевидно, что эта порода может нравиться не только профессиональным сборщикам трюфелей, и что каждый, кто любит собак, как таковых, может сделать ее своим другом на долгие годы. Привлекательная внешность, исключительная сообразительность, сильный характер, уравновешенность и неприхотливость делают из Лаготта приятного и зачастую незаменимого друга не только для тех, кто смотрит на собаку как на помощника в работе, но и для тех, кто видит в собаке живое существо, товарища, спутника жизни, с которым можно разделить все радости и невзгоды.